Чемпионами не рождаются, чемпионами становятся. В Гайкадзорской средней школе номер 14 прошел турнир по шахматам для ребятишек в возрасте от 7 до 10 лет, приуроченный к Международному дню шахмат. Весь год начинающие шахматисты усердно учились и тренировались, чтобы проявить себя на турнире. Как сказал Петросян, шахматы – это гимнастика, это 9-й чемпион мира. Шахматы – это гимнастика ума, то есть тоже спорт. Тренировки проводятся 3 раза в неделю для самых маленьких. И чуть постарше, если там 4, даже 5. В старших группах 5 раз в неделю тренировки. По 2-3 академических часа. Начинающим шахматистам хотел бы посоветовать увлекаться этим, быть фанатом в этом виде спорта. Потому что только фанаты, те, кто фанатично увлекается спортом, из них получаются спортсмены высокого уровня. В любом виде спорта, не только в шахматах. Маленькие любители этого вида спорта гордятся своим выбором, ведь шахматы давно в почете. Привитая любовь к игре с раннего возраста развивает умственные способности и творческое мышление, что очень помогает в учебе. Я сам пришел, посмотрел, что-то шахматами кто-то занимается. Но пришел посмотреть, поиграть, потом понравилось. Шахматы – игра полезная. Главное – отвлечь детей от улицы, чтобы они росли умными, воспитанными и трудолюбивыми.